Buy one more. Послушайте. Тут только новейшая техника. В метро такого не найдешь. Добро, деньги велики. Идем уж. Идем далее. Где мы идем в угол? Rozejrzyj się po bazie, mu zupełnij zapasy i odszukaj młynarza. A, tutaj są już, okej. Okay. Wow, uważaj z tym scyzorykiem. Dobra, idziemy wyżej. To jest chyba jakaś stara wieża ciśnień. Albo nie, cerkiew. Jednak cerkiew. Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. То есть хан, мой наш, к тому там. Джентльмены здесь уютно устроились. Боже, ты выглядишь так само, как он. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в D6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Может, еще пора собираться не в дорогу, Артём. И познакомься с Владимиром. Забачить, что тут еще есть. Выжай еще не да. Я слышал, полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Так, амуниции забрались мы. Jest tu jakiś sklep? Jeszcze raz zobaczę, poczekajcie chwilę. Tak. Z tobą nie mogę gadać. Ty mi po prostu dałeś za friko, to się cieszę. Jest kałach, ale tego nie będziemy brać. A to jest to podstawowy ten. No, nowszy kałasznikow czy coś takiego. AK. Tu też nic, tu coś masz? Wy? Nie, wy. Też nie? Dobra, to idziemy do młynarza. Ty gotów? Gotowy. No, jak to tu nas działa? Wszystko gotowe, Ульман. Вот, дров наколол. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. No i super. Kolejny chyba rozdział. Rozdział 6, D6. Ciemny tunel, grochot kolos, zapach śmierci. Tak zaczął się nasz путь w D6. My przybliżaliśmy się do celi z każdej sekundy. Jeśli wierzyć karcie, w D6 wiodą kilka путей, i bliższych nam przez Kijewską. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли, но и людьми быть перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Кто в такое поверит? Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? Артём! Эй, с Артёмом что-то творится! Не знаю, что мне стало. Артём себе чем-то затрул. Ну, добра, пойдем за ним. Артём!
Артём! Артём! Давай еще на шатыря. Давай. Очнись, Артём. Очнись. Слава богу. Он приходит в себя. Убери свет. Ты его слепишь. Обещите по очаку. Артём, все в порядке? Дьявол тебя дери. Ну ты нас и напугал. Что это было? Ты можешь встать на ноги? Ciekawe to było. Czemu ja mam tu zostać? Zawsze mnie posyłacie na pierwszą linię. Wow. A, to jest shotgun seryjny. Глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом по моему сигналу врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. 3А на 2D. Кто-то к нам приближается. Забей. Упыри. Похоже, что это... Ну хотя бы сдохну в бою. Вау, падай. Пироман отблокована. Фатальнее мне целовали. Ostrożnie z tym miotaczem. Przegrzał mi się znacznie. Tak. Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом по моему сигналу врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. 3А на 2D. Что-то к нам приближается. Забей. Упыри. Похоже, что-то гонит. Добра, раз нам пусть лепит. На пулемет. Ну хотя бы сдохну в бою. Почекайте хвилю, мам телефон. Добра, уж jestem. Листонож. Но ходьте ту, ходьте, припалю вам тылки. Яги! Я не ест. Давай еще. Но выстачит бы хоба трохе почем с ловнем. И уж мягкнее. Ааа, burn, 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 bitch, burn. Подай. Давай, 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 давай. Ха-ха-ха. Нема.
Киньте понч, понч, бля, понч. Ха-ха-ха. Окей. Ну, удалось. Быстрей же! Давай, давай! Сейчас накроет! Сука! Не заводится! Она не заводится! Давайте, ребята, мы должны вырваться отсюда! Так есть, поросы иску направим! Заработало! Толкнули! Спасибо тебе, господи! Как бы, а? Почти достало. Получилось! Не хотел бы там оказаться. Так, замкнулись мы двери. Тяжко было. Прямо нас забили на концу. Чи мне? Найс, придем далее. I teraz mamy jakąś konkretną grupkę do wspomagania nas, a nie jak ostatnio. W D6 сюда. Это еще что? Черт, темно, как у негра дома. Ладно, давай посмотрим, что там. Десантируемся. No. Kolejny poziom, katakumby. Весь хаос туннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались. Добра, але kolejne przygody Артема в Астрис Парта. Хея.